Длина всех капилляров в организме взрослого человека составляет 100 тысяч километров. Этой нитью можно дважды обернуть планету по экватору. Как поддерживать здоровой такую масштабную систему? Доктор ответит на все ваши вопросы. 12 августа. В студии главный кардиолог региона Дмитрий Дупляков. Программа «Звоните доктору». 12 августа, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».